Всероссийский студенческий марафон – это масштабная площадка для молодежи страны, которая традиционно сочетает в себе творческую и спортивную программы, мастер-классы и встречи с известными людьми. С 1 февраля поселок Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края стал эпицентром молодежной энергии и драйва. Стартовой точкой студенческого марафона стала торжественная церемония открытия фестиваля. Со словами приветствия и поздравлениями выступили руководители вузов-участников и тройка призеров 2016 года. Соревновательную программу открыл веревочный курс «Стихия». На первый взгляд он кажется простым, и лишь в процессе прохождения понимаешь, сколько энергии понадобится, чтобы дойти до финишной точки и как важна физическая подготовка. Объемный багаж знаний и слаженная командная работа – это необходимые инструменты для победы в следующем конкурсном испытании. Всех любителей экстрима поздним вечером можно было встретить в спортивном комплексе, где состоялся турнир по лазертагу. Второй соревновательный день стартовал с турнира по мини-лапте. Здесь ребята проявили всю свою физическую подготовку и доказали, что их командный дух помогает победить даже самых серьезных противников. Кибертурнир Mortal Kombat собрал всех, кто неравнодушен к соревнованиям в виртуальном мире. Бои участников до последней минуты держали в напряжении каждого. Пожалуй, самым веселым, но в то же время серьезным этапом стал Всероссийский кубок юмора. Ведь игра КВН стала последним шансом заработать баллы и подняться в турнирной таблице. Вечером состоялось долгожданное закрытие и были объявлены призеры. Призеры в общекомандном зачете до последнего шли на равных, но завершающие испытания определили итоги марафона. Третье место – знак качества – Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Второе место – команда, которую люблю – Ярославский государственный университет. И первое место – команда «Доктор наук» академик Шварценгольд, Воронежский государственный университет. В сравнении с прошлым годом, когда мы как-то приблизительно могли рассчитать, какое место мы займем, что, как, в этом году мы просто были в неведении. Мы даже не знали, можем мы войти в тройку, не можем, все решали вот эти вот последние творческие номера. И тут мы раз занимаем то второе место, третье место, второе, и мы просто, мы такие, займем, не займем, мы просто уже считать не можем эти баллы, мы уже просто ждем награждения, мы реально думали, что мы вторые. Вот поэтому отсюда слезы, я правда не ожидала. Это очень-очень классно. Диана Шилова, Ульяна Марамзина, Андрей Токарев, Екатерина Матвеева, Универ Ньюс.